16:20 примерно, стоял на развилке, двигался влево по указателю знака или же по навигатору. Год назад, по-моему, может чуть побольше, поехал налево, а он меня вернул, там дальше проехал поворот направо и вышел на эту дорогу, по которой сейчас едем. После этого была поездка, поехал не налево, двинулся, а прямо. Такие дебри затащил навигатор. Дорога не дорога, а вообще какая-то смерть фашистским оккупантам. Вот сейчас дальнобойщики подсказали взять вправо, двигаться через Кушнаренко. Thank you.
там. Челны идете 12:39, там машинка работает. Пацаны, на экране сирена, машинка работает. Ну, будто машинка, машина расшибает, бля, сразу, ребят. Ребят, на углу пошли аккуратно, там у вас аварийка. Ребята, рецепт. Казань идете, ребята, машинка у вас там впереди, в низинке работает. Это вся трасса уже об этом знает. Продолжение следует...
А где отдавать будешь? Мне не надо, спасибо.
готов, да.
Да. Или два. Подвел ты меня здорово. Поменял нафиг Яндекс навигатор. Знаю, в чем дело. Интернет уже сколько проехали на Челябинской области. 40 километров. Вообще интернет на них были не ловит на ноги. Смартфон у меня на лобовом стекле. Что делать? Вот так пусть показывает. Да. Трафик уже расходовал. Еще в чем дело, не знаю. Вообще-то я на свой смартфон Яндекс.Кнопки. Я его в следующей поездке затестировал. Тут причины может быть несколько. Но одна из причин — это поставщик интернета Теле2. Он хреновый. Может быть, мой планшет никуда не годный. Зря я радовался.
покинули Челябинскую область. Закончился перевал через Уральские горы. Двигаемся по территории Башкортостана. Машина сама разгоняется. Спуск несколько километров. Если не изменяет память, почти сразу упираемся в Уфу. Пишет, что покрытие по всей России. Практика показывает, что это совсем не так. Мосфоров 76, Челябинск, Камазик, в канале. Дружище, у тебя стяжки то ли подправили, маленько профиля сверху катается вправо-влево на поворотах.
там радарщик. Он меня обгонял. Много снега на полях лежит. Или тут ночью сегодня снег, или шел, бля. Нет, старый лежит, еще не растаял просто.
линейка у нас стоит аккуратно. Точно.